С добрым утром, мои дорогие! Ну что, сегодня понедельник, у меня начинается новый образ жизни в моем питании, правильное питание. Но сначала, мои дорогие, хочу вас всех поблагодарить. Огромное всем спасибо. Многие писали, переживали, чтобы эта моя диета не повлияла на мое здоровье, чтобы я поконсультировался со своими врачами. Всем огромное вам спасибо за ваши переживания, за ваши советы. Всем еще раз огромное вам спасибо. Да, я в своей жизни много раз худела, стройнела. Было дело, что барменталь даже я худела. Но получалось срывы, держалась. И получалось срывы. И все обратное мне, любимое, возвращалось, как говорится, на свои места. Но на этот раз подхожу с умом. Не только буду понижать колораж, но все рассчитывать к ЖБУ. И разнообразить меню, чтобы не получался срывы. У меня, чтобы не получались срывы. Вот даже вот сегодня я уже наперед все себе придумала, что я буду готовить. Мне кажется, все сытное и полезное. Вот так начинаются мои правильные рационы. Мой первый завтрак. Горячие бутерброды. Как я приготовила. Для этого купила еще хлебцы. Горячие бутерброды. Взяла яйцо, взбила, добавила молоко, соль, потом добавила тертое полутвердое сыра. Все опять перемешала, взбила и пожарила на сковороде. И вот такое вкуснятина получилось. И все разложила на хлебцы. Сейчас буду завтракать. Себе сделала кофе без сахара, без ничего, как я привыкла, добавляла молоко. Сегодня ничего в кофе не добавляла. Вот такие вкусные, полезные бутерброды получились. Сейчас буду готовить печенье. Это на второй завтрак. Из двух яиц отделила белок от желтка. И сразу же белки взбила крепкую пену. Видите, крепкую пену. Теперь это творог, яблоки мелко нарезала, добавляю сразу же творогу. Сразу добавляю желтки. И сразу же добавляю овсяные хлопья. Овсяные хлопья у меня долгие варки. И аккуратно белок. Мой второй завтрак готов. Овсяные печенья. Конечно, к этому печенью еще можно было добавить сахар-заменитель или сахар. Но я на этот раз ничего не добавила, потому что там яблоки. Очень вкусный, ароматный. Вот и обед поспел. Наваристый борщ. Также мяско. Но борщ у меня... Все вареное. Поджарки я не делала. Все так же. И капуста есть, картофель, морковь. И главный же ингредиент – мясо и свекла. На сегодня у меня последний прием пищи. Это куриные котлеты и свекольный салат с чесночком, заправлены тыквенным маслом. Котлеты пожарены на сковороде без масла. До завтра, мои дорогие!